предоставлена возможность за приглашение, за поддержку тех традиций, которые существуют и которые имеют самое прямое отношение к очень емкому, наверное, бесконечному слову образования. Образование, которое, убежден, можно трактовать как образовывание, и то слово, которое имеет в своей основе, согласно своей эпистемологии, понятие образа, образа Бога. Это не есть сумма информации, сумма наук, поделенная на отрезки времени, которая передается учителю к своему ученику, а это есть то время, в результате которого человек, познавая объекты окружающего мира, познает сам себя. И только через познание самого себя мы можем поделить смыслом своим собственным тот мир, который есть вокруг нас. И фактически найти Бога в себе – это есть одна из фундаментальных целей образования личностно-ориентированной практики – найти ученика, найти ученику самого себя. Поэтому я хочу поздравить всех присутствующих здесь с началом нового учебного года. Убежден, что новое всегда в себе таит подводную часть традиции, ценности, те незыблемые основы, которые помогают взращивать ростки нового. И хочется пожелать вот на этом пути, как Владыка Пресвященства сказал очень емко, постигая внешнее, не забывать самих себя. Это гораздо труднее. Путь к себе, углубление гораздо сложнее, чем расширение, путь вовне. И вот если мы будем ставить, каждый из нас преподаватель, для себя такие цели в учебном предмете, то я убежден, что познание объекта внешнего мира, оно всегда будет идти рука об руку с познанием студентам самого себя. И студентов, соответственно, я также призываю не просто брать то готовое, что дается в учебнике, как некое культурно-историческое наследие человечества, прежде всего научиться смотреть на вещи в рамках каждой темы занятия своими глазами и постоянно сравнивать свое с чужим. Вот убежден, это есть тот единственный возможный путь, когда мы можем заглянуть внутрь себя и увидеть там не только схемы рационального, но и психоэмоционального начала, иррационального, если Бог любит себя. Спасибо большое.